Это чтобы вы примерно знали, где находится. Смотри, что покажу. Я почему-то думал, что в больших городах будет немножко лучше. Однако... Ну ладно, хоть кругом люди ходят. Вот это красота. Пиздец просто, да? Невероятно, да? Представь себе, люди смотрят из окна. И балдеют от такой шикарной картины, блин, как мусор под окном. Очень культурно, ёпт. Ладно, подумал еще снять. Короче, в общем-то не все так страшно, как было у того дома. Потому что... Ём. Видишь, Челябинская 5. Ну, я к тому, что, в общем-то, не все так страшно, да. Смотри, Челябинская 6. Чтобы вы... типа понимали, где я нахожусь. Как бы прошел нормально, да? Твою мать, а. Ну, это я про то, что ветер в харю, я хуярю. Лучше было бы, если бы он шевелил поршнями в другую сторону. Ты посмотри, какой SL. Куда у людей деньги на такие крутые тачки? А, ну потому что я говорю, к чему говорю. Да вообще непонятно, о чем говорю. Короче, дырка. Welcome to the people! Ха. Ну, в общем, вот, смотрите на это. Шинмонтаж. Видишь, какая красота, блин? Вот. Ну, я по-прежнему гребу веслами. Виртуальными веслами, да. Во, а это антиквар. Ни хрена себе точило, блин. Ну да, это бывший ментовской УАЗик, только его перекрасили. Слышишь, там дисконт. Yeah, motherfucker! Come on, nigga! What the fuck, nigga? Короче, всем привет. Юбилейный, типа. Что хотел сказать? Вот там есть это, комиссионный техно. Технодрочка называется. Так дело все в том, что я там покупал пару раз. Они такую туфту впаривают, вообще. Да-да-да. Вот несколько раз у них покупал товары, они не держались и недели. Хотя мне говорили, все, чики-пики, там товар вообще заебца. Так что советую вам избегать этого комиссионного магазина. У них вроде там все красиво, все нормально, все чики-пики. Да, он там усирался, доказывал, что классный там все такое, блин. А на самом деле была такая суходрочка, которая сгорала, блин. Да, то есть... Не ведитесь на дешевую цену. Покупайте лучше в нормальных магазинах. Итак, раз на матрас. Я продолжаю шевелить поршнями. Или, так сказать, гребсти ластами. Виртуальные ласты гребут. И вот чуть-чуть лежит снег. В общем, сети выглядят довольно нормально. В общем, его подготавливают к мамайским праздникам. И, в общем, гребем. Зацените, какой попец. Твою ж мать. Вот это попец. Вот это матрешки, бля. У меня прям фантазия разыгрывается. Сейчас бы ее на шишку бы. Хоп-хоп-хоп. Зацените, какая коза. Да не это, вот. Подожди, это не коза. Это олень. В натуре, слушай, олень. Каменский олень. Ну а это вообще... Там олень, здесь коза. Вообще, я походу в зоопарк попал, ёпта. Зацените. Силиконовая кукла наследника Тути. Ага. Нихера себе кукла. Но больше всего меня удивляет. Смотрите, театр такой-то мамы. Почитайте. Какая жизнь? Я ничего не путаю. Голубая жизнь. Что-то странно. Я вообще... Интересно. В театре происходит голубая жизнь. Вы ничего не попутали, господа?
Это я что, в Амстердам попал, что ли? Осталось только думать, блин. Охренеть, голубая жизнь, ты понял, да? Голубая, ёпта. Голубая луна, бля. Голубая луна. Твою мать, а. Ансамбль, дискотека, кислотная. Голубая. Типа вот такая шляпа. Как попал, да? Пришел я, значит, в шляпный магазин булку покупать. А булка мне говорит такая: зачем тебе шляпа? Тебе нужна булка со смаком. Понятно, да? Вот это круто было. Машина что надо, ёпт. Сверчковый кот, ребят. Я пришел в администрацию, но она закрыта. Так, мы про... Вот! Зацени видос. Итак, мы продвигаемся в сторону Старого Каменска. Я иду в одно место, но пока не говорю вам, куда я иду. Вот. Кто-то запалил. Сверчковый кот, ребятки. На заборе написано «Жаба». Очевидно, она кого-то душит. Но просторы открываются здесь шикарные. Вот. Когда говорят, что все шикарно, да, в шоколаде, имеется в виду шоколадный глаз. То есть, ага, а шикарный шоколад в шоколаде, это значит Порошенко. В общем, Порошенко в жопе, потому что шоколадный глаз. Ну вот, посмотрите на это все. Вот. Тут парк. А там матрешки. Я близко подходить не буду. Я их постараюсь приблизить. Матрешки, как насчет долбежки? Это пушка. Да. Вот. Продолжаем. Так, проверим автоматический зум. Чья-то любовь стоит, как мой стояк до сих пор. Дали? Ох, ни хрена себе! В эту дырку прям присунуть хочется. Да. Зацените эту шляпу. Никто не хочет туда прыгнуть. Видите? Опасно. В общем, мы продвигаемся в сторону Старого Каменска. И вот такие вот шишки. Зацени. Какой дурак такое будет писать, а? Вообще пиздец. Надо же, блядь, додуматься до такого. Остановка, конечно, супер, блядь. Ну это вообще, слушай, пиздец, да?